Бежает мощно, добивание! Кобар! Шайба вышла из зоны, вот сейчас Вангар приходится начинать новую атаку. И такой момент, и шикарен Кобар! Передача на дальнюю штангу, но как-то успел переместиться Кобар. Здорово сыграл вратарь. Просил Литовченко, не попал в створ. Еще момент! Кобар опять не удерживает шайбу в ловушке, а вот сейчас она там. Передача Коварш! Бросок Коварш! Опять творит чудеса в раме! Тут еще и без клюшки! Один из трех игроков Коварш! Добивание Коварш! Это как раз шестерка и обозначает, что сезон шестой! Браво! Якуб Коварш, как он вытащил шайбу после этого броска Павла Бучневича. Подправление, добивание! Ковар тащит свою команду к победе! И не дает реализовать выигрышный момент. Вот я про шведа заговорил, кому грозить мы будем. Вот Мюллер. Скоро будет думать о тайм-аут. Ох, какой момент! И Ковач! Якуб Ковач великолепно играет сейчас своей ловушкой. И официально липистый Тобиас Виндл. И сейчас выход 2 в 1. Бросок! Ковач! Еще один бросок! И вновь, ну, похоже, Ковач вот второй раз не коснулся. Нет, вы знаете, коснулся где-то вот в район там блина и клюшки попал. Сейчас Медовченко. Бьёрнстранд проходит передачу на дальний, неожиданно, и снова Ковар. Добивание Бьёрнстранда, здесь уже всей команды пластается автомобилист под шайбу. Якуб Ковар, главный герой пока этого матча. Невероятные вещи творит Якуб. Еще раз здесь, Джильян грудью отражает, затем Бьёрнстранд бросает, и ловушкой дотягивается до шайбы Ковара.